Доброго времени суток. Меня зовут Алла Агинская. Я из Белоруссии. Изучаю английский язык в школе Елены Торнадо English Wave. Это так впечатляет. Учиться – это одно удовольствие. Очень интересно. Очень интересные уроки. Сама система обучения настолько меняются различные виды обучения, то ты читаешь, слушаешь, повторяешь, не дает скучать, нет рутины обычной, которая сопровождает такое обучение. Не могу сказать, что это легко. Какие-то виды, которые даются полегче, интереснее. Некоторые, конечно, нужно работать. Но я очень благодарна, потому что именно только когда начала обучаться, я начала понимать речь. Я не прошла полностью еще весь курс, но я стала слышать, я стала говорить, а раньше я только могла что-то прочитать. Это было очень сложно. Обучалась с репетиторами, обучалась в интернете, смотрела на YouTube уроки, но эти усилия не давали никакого результата, к сожалению. И только школа, первая виртуальная школа English Wave просто спасла меня. Я очень всем благодарна и понимаю, что если я пройду всю школу, весь курс именно так, как дают рекомендации, так как настаивают преподаватели этой школы, то, наверное, моя мечта сбудется – знать английский язык. А он мне очень нужен, потому что мы путешествуем много с мужем. Младший сын живет в Канаде с семьей, внучка пошла в школу, и я понимаю, чтобы не терять с ней связь, нужен английский язык. В общем, я очень всем благодарна за создание этой школы и рекомендую всем, кто хочет выучить английский язык, интересно, с задором. Обожаю золотые фразы, обожаю правила, которые даются в этой школе. Не идет это таким валом, все очень интересно, подается так, что это запоминается, и если ты прошел хорошо урок, то оно остается в памяти, ты можешь это не можешь, а ты используешь это в своей речи и, в принципе, понимаешь, когда кто-то говорит, и о каком времени идет речь, что это, как это. Я очень-очень всем благодарна за эту школу. И рекомендую каждому, кто хочет выучить английский язык, поступать в эту школу. Hello and everybody. My name is Алла Ахинска. I'm from Belarus. I am retired now. My husband and I travel a lot, and my youngest son's family live in Canada. I'd like to speak English. That's why I'm studying in English Wave. Before in English Wave, I studied with teachers, but without results. I couldn't speak English, and I didn't understand English speech at all. After a short time, I discovered I become understand English. It was a surprise for me. I appreciate English Wave a lot. I recommend everybody study English in English Wave. Thanks.